видео про то, как можно собрать воду со стены. Вот у нас тут такая чепуха здесь. Уже целый год государственные службы обещают нам сделать крышу. Ну, пока вот пользуемся таким методом. Шнурочно натяжным методом. Набирается у нас водичка. Здесь система немножко другая с применением технологий карнизной. Тоже очень эффективно. Тут система более сложная, шнурочно-карнизная. Все, что не собирает шнурок, монтажная пена. Собирает вот этот карниз. Очень неплохо собирает. Я уже вылил литров 5-7 ночью. Вот такая система.